около 2,5 миллионов человек покинули родину за последние 30 лет. Если это не результат политики геноцида, то что тогда? Об этом на своей странице в Facebook написал армянский историк Аршалуй Зурабян. Отметим, что согласно официальным данным, численность населения Армении в 1991 году составляла 3,5 миллиона человек. По словам историка Зурабяна, в Армении сейчас проживает около 1 миллиона человек. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.